Дурёшка, дурёшка, дурёшечка и кексочка тут. Вот они мои хорошие. Эй, эй, вот зараза, ты чё бегаешь за кошкой? Не знаю, видно, нет, искрится, как снег красиво. Дорогие наши друзья, наши подписчики и гости нашего канала. Огород с Мариной Гусаковой. Буду переименовывать, кстати, потому что часто я Олег стал. Нагло, любезно навязываться. Мы вас хотим всех поздравить с Новым годом! Желаем вам счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, удачи во всех ваших начинаниях, творческих побед, всего самого доброго. И чтобы желания ваши всегда множились и никогда не кончались, и всегда удовлетворялись. С новым... Будьте счастливы! С Новым годом! Мы вас любим! Очень! Ой, как снежок искрится! Минус 13 у нас! 29 число сегодня! Но так красиво! Очень удачная снежная зима у нас в этом году! Великолепная просто. Ой, какая у нас прекрасная зима в этом году. Слушай, а мы не провалимся тут, а? Ну, он же не провалился. Ой, я не знаю, смотри, какие. Ну, я что-то боюсь. Я очкую. Рыбачок ловит рыбку. Ой, не страшно? Ну, пойдем, спросим, что тут ловится у нас на пруду на Ангарском. Небольшой прудик рядом с сосновым бором. И вот тут что-то ловят рыбачки. Сейчас посмотрим. Поспрашиваем. Вот тут очень красивое строение на берегу. Ой, приближается Новый год. Хорошее настроение поднимается, когда снег лежит вообще. Чудо. Песня, а не зима. Вообще зимы у нас стали такие в последнее время снежные. Где-то около 10 градусов обычно. Что, есть рыбка? Да? Можно я? Ух ты! Здорово, рыбка! Ну, крупная бывает? Ну, бывает, да. Да? Я не ловил, я вот тут первый год. Ребята говорят, попадают пару килограмм ловил. Вон там фотографируйте, там а два там? Лежат красиво, да? Два окна. Пойду. Ой. Сейчас мы интервью у окуней возьмем. Тут стоят эти, как они называются, не знаю.
на что ловит. А вон окушата. Вот они. Вот они. Классно! Тут вот прям у нас укрепили бетонную, как назвать, набережную. Не знаю только для кого, для чего, или там дача чья-то. Но здорово здесь. Воздух чистый. Великолепно. Минус 13 сегодня. Вот рыбачок говорит, что, оказывается, окуньки легко чистятся. Просто уметь надо. Голову отрезает жена. И... Рыбаку? Открываем живот, вытаскиваем кишки и верхнюю часть, где плавник. И он вот так открывается. Ну вот. А для меня окуня почистить, это прям вообще... Вообще всю рыбу не люблю чистить. Я хотел только сказать, какая разница, какую ты любишь. Какую ты вообще любишь чистить рыбу, скажи. Ты вообще любишь? Олег сказал, сантиметров 8 лед. Ой, тут не продаришь. Ой, ну сегодня снег искрится. Вот сейчас не так, а были кадры у меня. Красота. Здесь что-то написано. Не ловят на этом пруду. Но красиво. Благодарю за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилось мое видео. Комментируйте, делитесь с друзьями. Не забудьте включить колокольчик. Так вы будете всегда в курсе моих новых видеороликов. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.